Снова всем привет на канале Олег Нестеров. Привет, сегодня у нас солнышко, вообще погода радует. Тепло, наверное, градусов 10, лужи тают. И сегодня мы немножко отодвинем снова Audi 100, а займемся автомобилем Kia Sorento. Покажем вам, как избавиться от ржавчины. Видео может будет на две, на три части поделено, потому что как бы работы там хватает. Ну а с утра, как всегда, для заряда бодрого и хорошего настроения анекдот. Новый русский едет на автомобиле, короче, звонок на мобилу. Алло! Ну ему там шеф, это начальник охраны звонит. Шеф! Вы там поаккуратнее, в вашем районе там какой-то козел, говорят, по встречке едет он. Блин, если бы какой-то, их тут сотни, блин. Такой анекдот. Ну а мы приступим к работе. Итак, заставка пошла. Сегодня Kia Sorento, то есть вот такие косячки. Здесь что-то непонятное, здесь у нас ржавчина конкретная, как видите, уже металл покоробился. Ну, здесь уже надувать начало, и здесь надувать начало. Вот мы как бы бампер приопустили, чтобы мы могли вниз подзалезть. Саша пока у нас разбирает все. Вот такая печалька у нас тут, короче, и там. То есть Саша вот занимается сексом, не может снять никак эту обшивку. И здесь у нас тоже печалька. Все это будем снимать. Сначала мы это все снимем болгаркой, и потом посмотрим, что же там вообще внутри творится. Так что работы как бы сегодня хватает, но сегодня мы только приготовим к дальнейшей работе, то есть к завтрашнему дню. А именно надо избавиться от ржавчины. Как-то так. То есть первонаперво надо удалить всю ржавчину, все почистить щеткой и посмотреть, до какой степени все проржавело. Если будут дыры будем пытаться заварить, если это будет удобно. И обрабатывать, то есть все этапы я покажу, что и как делать. Ну и немного по конкурсу хочется сказать. Готовьте свои видео. Видео будут по теме какого-то изобретения в гараже. Какую-то вы приспособу придумали, допустим. Да, какой-то способ придумали. Какой-то ключ хитрый сделали, придумали. Ну, если уж нету таких идей, да, то, ну, может быть, каким инструментом вы пользуетесь, почему вы им пользуетесь, что вас устраивает в этом инструменте, что как бы не нравится, минусы, плюсы. То есть видео должно быть информативным, и то есть музыку в видео вставлять не надо. То есть чисто информационное видео. С помощью болгарки с металлическим кругом начинаем очищать все косячные места. Мы почистили, металл у нас открылся, но еще там неизвестно, до конца вычислим или нет, поэтому обработаем цинкором, протравим.
Ну и пока Саша снимает бампер, вот мы вычистили, видно дыра. То есть ее будем обрезать, заваривать. И вот тут очаги прочистили. И сразу очаги обрабатываем. Пока мы будем разбирать, они немножко первичную обработку пройдут. То есть потом мы это снимем. И здесь тоже обработаем. Пусть откисает. Как бы это можно было сделать и потом, но как бы, чтобы время зря не терять, мы сейчас обработали, и пусть она пока откиснет, первый слой отъест. Потом мы его еще раз снимем болгаркой, и еще один слой контрольный пройдем. Вот мы как бы еще раз прошлись. Теперь вот, как видно, тут вот металл черненький, да, и дырочки. Вот эти дырочки надо убирать. То есть этот металл мы сейчас будем удалять. И вот этот. И вот здесь тоже косяк. Пробовали, видать, тут зеленкой ложить, но это ни к чему. Тоже вырезаем и меняем здесь металл. Вот как бы вырезаем полностью. Обработали кислотой. Почистить все это, насколько возможно. Ну вот как бы вот так заварили мы, и пока мы ремонтируем, закидаем эпоксидным грунтом все. Ну вот в принципе-то и все, как бы что касается, как избавиться от ржавчины. То есть вырезаем, завариваем новый кусок и закрываем эпоксидкой. Пока не ремонтируем. Сейчас мы другие стороны пока будем делать. То есть, ну, это касаемо, если у вас есть дырочки. Если дырочек нету, достаточно просто снять ржавчину, обработать кислотой, то есть цинкором, да, ну, или реактивным грунтом. И сверху покрыть эпоксидным грунтом. После чего уже можно будет производить шпаклевочные работы. То есть шпаклевку выравниваем. Ну, завтра или послезавтра, не знаю, тут что у нас по времени, займемся мы дальнейшим ремонтом. Ну, а на сегодня пока все. Как бы основное такое показал. Ну, а на сегодня все. Сильно задерживаться сегодня не будем. Как бы надеюсь, что-то вы все равно сегодня ухватили, да? И... На пассажок, как всегда, анекдот. Зал суда, идет процессия, короче. Ну и этот, судья, говорит: так заткнулись все, тишина в зале. Еще раз кто-нибудь скажет: судью на мыло, блин, удалим из зала. Судью на мыло? Так подсудимый, к вам это не относится. Такой анекдот. Я на сегодня прощаюсь с вами. Надеюсь, все-таки что-то вы ухватили, да? Солнышко, настроение вообще зашибенное. Птички поют. И хотелось бы пожелать, конечно, всем хорошего настроения. Такого же солнышка в душе. Солнышко должно быть в душе, а не на небе. Правильно? Какие бы ни были тучи, они все равно пройдут. Удачи, счастья, здоровья вам и вашим деткам. Ну и, как всегда, дядя Олежа говорит... Добра всем и бабла. До новых встреч.